Всем привет, доброго дня. Вот очередная посылочка пришла ко мне, я ее, правда, распаковал и сразу в бой. Перед Новым годом была куча забот, куча работы. Вот покажу. Значит, вот такая посылочка мне пришла с Алиэкспресса. Это у нас шуруповерт. Вот такой небольшой, легенький. И, грубо говоря, гайковерт. Я, честно говоря, перед тем, как заказывать, проконсультировался у ребят. У меня до этого шуруповерт был. Он удобен при разборке, при сборке. Да много где в чем применяется. В гараже нужная вещь. И вот мне посоветовали именно заказать вот этот вот вариант. Вот так это называется. Значит, в комплект поставки еще дополнительно входили разные адаптеры, там под китайские, под еще какие-то вилки сюда, насадочки были. Но я их сразу за ненадобностью в мусорку выкинул. Почему? Потому что у нас это неприменимо. Ну и смысл, как говорится, хлам хранить. Это никому не надо. Вот такая вот посылочка. Все это аккумуляторное, как вы сами понимаете. Вот данные. Значит, что хочу сказать. Очень такой наборчик хороший. И цена у него адекватная. Ну, я сейчас покажу ссылочку. И потом эту ссылочку выложу снизу. Была еще комплектация с битами. Видео врезочку я положу. Но я посчитал, что у меня тут хватает всяких, так сказать, дополнительных и бит, и всего чего угодно. Вот мне это не нужно было. Поэтому заказал, там, по-моему, разница была в 400 рублей всего лишь. Ну, а сейчас покажу ссылочку. Какой-то обломчик. Может быть, уже не актуально. Видите, что показывает. Ладно, ссылка найдется. Ну, вот они на Алиэкспрессе. Так выглядит, и как раз вот здесь вот набор бит. Но я посчитал, что биты мне не нужны, поэтому без них покупал. Ну, не открывается, может, по какой-то причине. Ладно, бог с ней. Пока что займемся тем, что я расскажу, что умеет это все и мои впечатления от использования. Я с настройками почему-то не хотел открывать. Посмотрел. 2700 вот этот наборчик стоил, но я взял, опять же, вот как мы видим, без вот этого вот наборчика бит. Ну что, смотрим дальше. Ссылку я положу. Вот и 4, и 5. Вот цены тут то падают, то повышаются, но факт тот, что аналогичный вот такой набор. Тут у них много чего интересного. Кому что надо, пожалуйста, можете посмотреть. Показывают, рассказывают. Ну, короче, наверное, с видео будет проще рассказать. Тут все показано. Значит, что? Есть кнопка реверса. Вот она у нас. Вот мы. Клац туда, клац сюда. Это реверс. Дальше вот она. Нажимаешь, и подсветка, и зарядка аккумулятора показывается. Значит, дальше что еще? Ну, подсветка, но это радиатор тут. Литиевые батарейки. Нажимаем сюда в бок и снимается. Вот такая красота. С боков здесь вот они кнопочки. С застежечками. Вот он у нас аккумулятор литий-ионный. Здесь вот она гнездышко для подзарядки. И два светодиода. Сейчас покажу, что это есть. Поработали, разрядилась наша батарейка. Вот оно гнездо. Ставим на подзарядочку. Вот зарядка горит красным.
Как зарядится, загорится зеленым. Так, ну что, я, собственно, почему и взял два этих девайса, что на них одинаковые батарейки, одинаковые зарядки, и они пригодятся в любом случае. То же самое, вот это у нас гайковерт подбитый, это у нас обычный шуруповерт, все то же самое. Зарядка, вот она, кнопка реверса, подсветочка, я бы сказал, прям неплохая. Что дальше? У него две скорости, вот она первая скорость, вот она вторая. Дальше тут самозажимной патрон, что я считаю удобно. И дальше вот у нас здесь есть трещоточка в килограммах, тут все показано. Вот 1, 2 и так далее до 18 килограмм усилия, по-моему, да? И вот оно, обозначение фиксируется вообще жестко. Вот, собственно, и весь обзор. Я считаю, что девайсики очень удобные. И цена на них как бы хорошая. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, в гараже все это нужное. Ну и еще одна приколюха. Не будем ждать, когда зарядится полностью. Сейчас покажу. Берем мы биту. Вот. Ставим. Вот таким образом она фиксируется. И тут мало того, что он крутится, что у него есть реверс, когда он работает с усилием, там еще и отбойник. Ну, сейчас, наверное, возьмем деревяшку, покажу. Вот, допустим, нам надо вкрутить в деревяшечку. Берем, вкручиваем. И когда появляется усилие или сопротивление, в нем как перфоратор, как отбойный молоток. Это и слышно, и видно. Вот назад мы выкручиваем. Ничего. Как только сопротивление появляется, автоматически включается как перфоратор. Опять же, видим, и подсветка, все это удобно. Ну, собственно, вкратце вот и все. Пока что особо я им не пользовался, там по мелочи, где-то что-то просверлить, где-то что-то закрутить, открутить. Но вообще, как бы, за такую цену и с кучей таких удобных опций, я считаю, очень хорошая покупка. Ну и, как я уже говорил раньше в своих видео, я оставлю ссылочку под видео. Кому интересно будет, посмотрите, может быть, закажете и купите. На этом все. Кратенький такой обзорчик инструмента. Вот у меня в комплекте еще такой, ну, чемоданчик малюсенький. Что тут? Сверла, там какие-то 8-10, ну, биты, шестигранечки, тверточки всякие. Как бы мелочь, но приятно. Все это за 2900 плюс 2 шуруповерта и трещотка.